А, Бенди Пузик? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы играем в третий Сленди Пузики онлайн режим под названием Survival, что в переводе с английского выживание. Сейчас будем как-то выживать. Я на самом деле... Тебя убивать? Нет, вроде бы. Подождите. Так, в этом, видимо, не смысл. Не в том, чтобы убивать. Но как-то же они свое здоровье просрали. Значит, их убивает кто-то другой. То есть... Я, кстати, нахожусь на карте одержимая школа, надо это отметить. То есть, я так понимаю, тут есть какие-то враги? Какие-то враги, которых надо опасаться или что? О, смотрите, это что? 44, 42 миллиметра. Это миллиметры такие? Ни хрена себе миллиметры, слушай. О, гляньте-ка. Так, надо взять, надо подобрать, наверное, что-то. Что здесь? Как это? Как? Открывай! Открывай, мазафака! О, хрен, дайте мне, блин, дайте мне ключи от этого сундучка потрясающего. Что тут вообще происходит, а? О, смотрите, наверху написано «Волна 7». И чего-то 34. И что это значит? Я не понимаю. Ребята, когда тут будет веселье, в конце концов? Тут что-то происходит? Нет, чего мы ждем? Какого хрена? Бегают что-то везде тут. Я не понимаю. Я не понимаю смысла игры. Ну, наверное, волна... О, господи, какой-то красавчик. Наверное, волна зомби должна на нас, да? Правильно? Атаковать. Или как? Или что? Бенди Пузик? Слушайте, я пока не понял абсолютно, как в это играть. Но на каждом шагу натыкаюсь на какой-то угар. Ну, посмотрите, Бенди Пузик. Ну, на полном серьезе. Бенди Пузик, обычный телепузик в шляпе. Чувак из Gravity Falls, по-моему. Диппер, если я не ошибаюсь. Ну, кепка, во всяком случае, его. Я только что прострелил Дипперу башку. Ребята, я попал в сумасшедший дом, я не понял. Их все устраивает, да? Они просто бегают и стреляют хрен пойми куда. И вроде как всех все устраивает. Чё вы делаете, придурки? Чё тут делать надо? Объясните мне, как в это играть? Да можешь сказать. Зачем ты отстреливаешь пипку Бенди Негру? Объясни мне, что он тебе сделал? Ну хорошо, ладно, давайте, повеселимся, понеслась. Бенди Пузик, это ты? Чё ты побелел? Или ты не Бенди Пузик? Где Бенди Пузик? Это не Бенди Пузик, это какой-то непонятный... Это очень бледный Пузик, я бы сказал. Какого ж хрена, я не понимаю, мы делаем? Чего мы ждем-то тут? Друзья мои, давайте, резать, кромсать Диппера. Замечательно, это очень весело. Очень веселое занятие, черт возьми. Я не понимаю, правда, серьезно, ни хрена. О, вот это я понимаю, тот же режим, но другая карта. Смотрите, тут появляется куча зомби-пузиков. И нам надо их убивать. Теперь все ясно. Вот теперь я понял. Вот это выживание. Вот это будет уже выживание, в конце концов. Так, тут пауки какие-то сраные тут бегают. Ни хрена себе. Так, меня вот сюда вот, значит, направляет стрелочка. Перст указывающий показывает сюда. Тут, смотрите, тут ноги уже почти что сдохли, между прочим. Здорово, по. Как тебе висится? Нормально, да? Ну, хороший вид, во всяком случае, открывается, да? На горизонт, я так понимаю. Отлично. Теперь наша за... Что это? Ракетница? Телепузиковская ракетница? Тони Пашорт. Шо, это ты сделал или кто? Я не понимаю, кто тут? А, это ты, наверное. Них... Мне только что меня ранило. Откуда это? Да откуда это говно летит-то? Я не знаю, зачем я здесь? Вот это, наверное, Рупер Зомбер. Зомбер, он же зомбер, правильно? Значит, его надо убивать. Или как? Я не понимаю. Я... Вот это, наверное, и есть выживание, да? То есть, кто из нас не сдохнет, да? Вот видите, Габриэль Гост уже вот сейчас сдохнет, наверное. Вот это, вот, да, замечательно. Я скоро сдохну, судя по всему, к этому все идет. Нормально так, прям по тыковке ракета приложилась. Откуда эти ракеты говеные летают, непонятно. Ну окей, вот, в общем, мы тут находимся, и наша задача здесь уворачиваться от всякого дерьма, правильно? Или что? Или что, мать вашу? Ты, тыковка, объясняй мне, что нам надо делать? Я про... Он вообще дисконнектнулся, по-моему. Или он не дисконнектнулся, или он просто его замочило, эта срань. Бенди Пузик, не умирай. А, это ты, Бенди Пузик, господи, а это кто тогда? Это ты кто? Ты просто Пузик? Да покажи рожу свою. Господи, хомяк какой-то непонятный. У меня 44% здоровья уже. Меня уже пидорасит нормально, так, как следует просто. Уже скоро помру. Вот этот вот только более дохлый, чем я. С тыквой на башке. Слушайте, это оно прямо сюда вот я и летит, да? Вот в эту точку или что? О, господи, все, слушайте, все, надо валить. Надо валить, я сейчас умру. 18% здоровья. По мне уже нормально так целится. О, до свидания. До свидания, тыковка. Ты была очень хорошей тыковкой, но все. Как бы всего помаленьку. Хватит уже жить, в конце концов. Пум-пум.
Да что у тебя тыковка с интернетом? Господи, 9%! Ща умру. Ща умру, ребята. Ща я возьму и умру. Все, смотрите. По крайней мере, я не умру самым первым. Это уже радует. Твою мать! Нехило так. Все, все, ребят. Сдох. Сдох, ну и чё? А, и теперь я могу наблюдать душа телепузика кровавая. Она может выбежать и наблюдать за тем, как эти... Как эти полудурки все бегают. Дэтмач, ребята. Дэтмач. Там я не понимаю, как играть. Это не то, чтобы очень прям увлекательно стоять, ждать, пока в тебя сраные ракеты полетят. Поэтому дэтмач. Сейчас будем просто мочиться. Просто валиться с кучей телепузиков озлобленных. Просто на всю башку отбитых в спутниковой станции. Мы находимся сейчас. Где они? Где все телепузики? О, черт, куда-то меня занесло. Прям очень... Кто? А, вот там, наверху, господи, какие телепузики в очках каких-то крутых, если я не ошибаюсь. О, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хорошо, отлично, зарядили нормально. Так, перезаряжаем. Телепузик перезаряжает. Ну ты гандон, чувак, а. Sonic Z лидирует. Мать твою! Здорово! Как удачно. Очень удачно встал прям, смотрите. Сразу нашел себе приятеля. Кто-то еще может тут респауниться, нет? О, зашибись, хорошо. Голову немного. Ну, это, понимаете, мозги вправить, что называется. Тебе наверняка телепузику в детстве отец говорил, что надо тебе вправить мозги. Вот спустя какое-то время я, Декарт, взял и занялся этим, понимаешь, плотненько так. Где еще какой мудак, я хочу его порезать, серьезно. Мне кажется, здесь... Мне кажется, здесь лучше все-таки обзавестись огнестрельным оружием. Револьвер, блин. О, здорово! Да перезаряжайся ты, блин, ты че тупой? Блин, откуда я знал, что он там будет? Так, давайте готовим. Обрез. Охренеть, теперь у меня обрез есть. Стоп, стоп. Пу! Отлично, четкое попадание. Обрезом телепузику в башку зарядили. Это вам не хухры-мухры, это нормальный, короче, результат. Так, разворачиваемся резко. Резко, давайте, перезарядочку. Ага, хорошо. Кто стреляет? Это не здесь, это не в меня. Окей, все, я готов. Я готов целиком и полностью долбить всех телепузиков вообще просто насмерть, понимаете? Я смертельный телепузик. Со мной лучше не связываться, я настроен серьезно. Где он? Он жив или мертв? Я его... А, все, я его убил. Я попал. Я просто думал, мало ли, может, я не попал. У меня 33% здоровья, ребята, это мало. Это мало. Любая сволочь, я хотел сказать, может меня замочить. Так оно и вышло. О, здорово. Зашибись. Тут вообще неспокойное время живем, ребята. Нигде невозможно нормально встать, чтобы тебя никто не трогал. Так, сюда бежим или куда? Ой! Ой! Что такое? Вообще ни хрена не понятно. Плеер 20 лидирует. А я на каком месте? Ну какого хрена? Я хочу посмотреть статистику. Вот. Плеер 915. Это я, да? И я нахожусь, блин, хреново, на самом деле. Почти в самом низу. Но тут некоторые-то, может, давно уже играют. Поэтому такая обстановочка нерадостная. Так, пистолет и нож. Это стандартный набор прям мне выпал. Ну это хреново. Хотелось бы что помощнее, слушайте. Так, кого бы? Кого бы пристрелить? О, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот оттуда по-любому какая-то сволочь палит. Правильно? Или нет? Смотрим, смотрим, смотрим. Где? Где? Собака! Где ты стреляешь? Твою мать! Так, окей. Все, сосредоточенно пялимся в темноту. Пытаемся что-то увидеть. Увидеть проблематично. Очень темно, на самом деле. Серьезно. Прям вообще печально с этим делом. По-моему, кто-то меня со снайперки вынес, или мне это показалось, не знаю. Но звук был такой, одиночного, точного выстрела такого, прицелочного прям. Так, хорошо, здесь вроде посветлей, здесь можно кого-нибудь... А вообще можно, блин, просто... Яркость я хотел настроить. А, у меня уже настроено, слушайте. Ну, можно еще поярче сделать, окей. О! Нихрена себе. Так, окей, это интересно, у меня клевый вообще такой... Клевая пушечка у меня такая, с прицельчиком, со всеми делами. Прекрасно. Так, бежим, значит... Бежим, значит, вот куда, сюда или сюда? Не, вот, ой, тихо, господи. Как все сложно, как тут все муторно с этими... Кто-то... Ага, ага, говнюк, ага, хрена с два тебе, понимаешь? Вот это не так просто. В голову в твою телепузиковскую, башку твою телепузиковскую я прострелил, вот и все. Пилой, вот сволочь, а. Унизительно, он меня унизил, понимаете? Так, никого. Надо где-то... Где тут для... Стоп. Угу. Вот там вот кто-то. Тут где для дальней дистанции найти место-то? Так, аккуратно. Осторожно, вон, что-то зелененьким. Это чьи-то ХП высвечивается. Прям пожестко. Здорово. Вот, блин. Да ну,
твою мать! Я что, не попал? Почему я не попал? Надо добить. Да ты запарился своей пилой, ты мешаешь мне. Хватит меня резать пилой, пожалуйста. Так, тихо. О, смотрите. Замечательно. Вот это мне нравится. Так. О, хорошо. Вот я и нашел, смотрите, четкое место для снайпера. Нормальное такое. Давайте спрятались. Значит, спрятались. Перезарядочка. Где еще кто? Где кто еще хочет посражаться со мной? С великим снайперским... Блин! Ой-ой-ой, вот это печально. Лучше было бы. Все, зашибись. Так, тихо. Кто? Где? Кто? Что? Как? Я не понимаю. Все, до свидания. Замочил. Так, окей. Я не понимаю, кто откуда стреляет, честно говоря. Мне стрёмно вообще. Я в домике, я спрятался, не трогайте меня. Не, ну там, по-моему, свои какие-то разборки реально. То есть люди, по-моему, там друг с другом. Они меня даже не видят. Это хороший способ для того, чтобы подойти... Прокрасть! Нормально, слушайте, снайперка клевая штука. Я со снайперки реально просто гашу прям по полной программе. Еще почаще надо... Одного убил, второго не успел. Ну тоже неплохо, тоже неплохо. Хотя вот Sonic Z, товарищ, у него как-то получше дела идут. Ну ты мать же ж твою, кто это меня убил, а? Плеер 45. О, здорово, блядь. А ну, тихо. Да ножом его режь, блин. Какого хрена? На. Чтоб тебя. А чё он не сдох? Никто может это сейчас объяснить, что это, блин, был. О, здорово. Так. Удачно прилетел прям. В яйца так четкий выстрел. Так, что-то подвисает. Какого хрена? Интернет-соединение, что ли? Ой, чуть-чуть. Кто? Я что-то видел, нет? Нет. Я что-то слышал, скорее. Здорово, приятель! Гондон, а ты посмотри на него. Сбежать, ряд меня вздумал. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим, кто сейчас откуда сбежит. Сейчас посмотрим, как... Хорошо прямо, ну это четкий был. Четкий, шикарнейший выстрел. Нет, это не голова телепузика висит в воздухе, как мне показалось. Окей, понеслась дальше. Значит, кто еще? Кто еще хочет? Друзья мои, у меня на всех хватит. Я вообще не жадный. Я вообще такой телепузик не жадный. Ни кустардов не жалею, ни пуль. Хотя кустарды жалею. Но пуль не жалею. Пуль не жалею ни для кого. Всем доля свинц. Откуда ты там взялся, блин? Откуда ты чего родилось, объясни мне. На тебе, месть. Сейчас будет. Это он же, да? Вроде да. Как он так пролез? Да чтоб тебя. Только начнешь перезаряжаться и вот такое вот говно. Ладно, надо кого-то эффектно убить под конец. Вот, вполне себе было эффектно, согласитесь. Я убил, и меня убили. Прямо реинкарнация беш... Стоп, нет, нельзя сейчас заканчивать. Снайперку выдали. Ага, удачи. Хорошо целишься, мужик. Мне нравится, молодец. Очень четкий снайпер. Так, прикиньте, мало того, что дали снайперку, еще и поставили в такое положение классное. То есть, реально, стреляй не хочу. Не, пока мы еще поиграем немножко. Пока мы еще немножко... О! Блин! Да как это? Что за бред? Почему? Все, до свидания, я победил в этой дуэли. Отлично. Так, стоп. Тихо. Никого. Сейчас опять. О! Ах ты! Мудила. Ну ладно, хорошо. Вот так вот все и закончилось. Да ты чё прикалываешься? Я в жопу ему прям всадил. Один телепузик сказал другому. Гениально. Ну, блин, я ему смогу отомстить? Он где-то... О, не, уже, наверное, не смогу. Ну ладно, в общем, будем учиться прощать врагам нашим, как говорится. Давайте на этом заканчивать. Сейчас меня опять кто-то завалит бензопилой по-любому. О, здорово, чувак. Да-да-да. Привет. Окей, ладно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.